Поселок Зеленый. Давайте дальше. Такая улица тоже есть в нашем городе. Чертенкова. Зверосовхоз может быть, но нет. Еще вариант. Чертенкова. Чертенкова! Верно! Именно так в моей голове выглядит улица Чертенкова. Давайте дальше. Ну, здесь тоже все очень просто. Фотография, человек на ней изображенный, символизирует именно ту улицу, о которой мы, собственно, говорим. Как вы думаете, кто по фотографии? Кто знает вообще? Мне кажется, старшее поколение должно знать. Шаляпина! Улица Шаляпина, верно. Давайте дальше. Ну, это район республики, всем известный и любимый Баумовский район. Правильно, давайте дальше. Тут вообще молчать буду. Верхняя Березовка. Верхняя Березовка. Верхняя Березовка, верно. Еще фотографии, давайте посмотрим. Да, это поселок есть. Или Кислый. А, Кисловый поселок. Горький. Горький, верно. Давайте дальше. Район республики. Боливатор? Нет. Закаменский район. Закаменский район, правильно. Видите, как он аккуратно взял камень? Закамень. Давайте дальше. Тоже все очень просто и легко. Лысая гора. Она вообще ужас. А вот здесь уже посложнее, друзья. Здесь две фотографии. На одной изображена жена, картина известного русского художника, на другой просто рога. Если соединить вместе, получится название улицы. Надо отталкиваться от того, что изображено на картине. Нет. На картине изображена картина известного русского художника, который изображен пир. Внизу рога, вместе пирогов. Давайте следующая улица. Бабушкина. Все очень просто, едем дальше. Давайте следующую. Есть и такой поселок в нашем городе. Да, это Степолка. Да, вы угадали. Особенно летом, когда едешь на Байкал, без прищепки никак не обойтись. Давайте дальше. Стрелка. Едем дальше. Заключительная фотография. Нет. Громче. Кто-то сказал. Шишковка. Еще громче. Шишковка. Шишковка, совершенно верно. Ну что ж, друзья, давайте поаплодируем все нашему городу любимому. Мы в нем живем и любим. Девушка, в белых штанишках не уходите, идите к нам сюда, да. Давайте поаплодируем этой даме, она больше всех угадала.